Наконец-то! Я, наверное, тут уже минут 20 копаю. И сколько же тут алмазов? Сейчас посмотрим. Ну, хотя бы 2. 3. 4. 5. Хорошо. Очень хорошо. 5 алмазов. Ха, у меня места нет для алмазов. Сейчас бы смешно было, если бы все это в лаву. Так, давайте мы... яйца этих выкинем. Наконец-то алмазы мы добыли. Вот гранит выкинем. Зачем он нам нужен? Че, давайте... я миссию, наверное, свою выполнил. У меня, смотрите, весь инвентарь полный. Я пойду. Тут куча вещей лежит. Сами видите все. Надеюсь, меня не убьют по пути. Или я в лаву сам не прыгну по пути домой. А то будет обидно, честно говоря. Вот, давайте я буду показывать, сколько я тут копал всего. Потихоньку будем идти домой. У меня скоро еда кончится. Придется идти пешком, а не с бегом. Ну да, так и будет, 100%. Так вот, я алмаз нашел же было. Вот я дурачок, оказывается. Короче, у меня эти кончились было, факелы. А я не заметил, что у меня в инвентаре были березовые... как сказать, бревна березовые. Ну вот. Я в темноте копал и даже эти алмазы пропустил, походу. Так. Нифига тут алмазов. Нормально, да? Ну все, я свое задание выполнил. Я точно отсюда выхожу из шахты. Так, 11 алмазов, да, у нас всего? Очень хорошо. Главное, чтобы нас не убили. Это сейчас самое главное. 11 алмазов, елки-палки. О, здесь еще полчаса идти сейчас. Заодно покажу вам, насколько у меня длинный путь был. Давайте шифтом идти. Ладно, шучу. Слишком долго будет. Я там в темноте, видимо, копался и не заметил. Надо же. Так, так, так. Интересно, мы не сдохнем от голодания? А то будет смешно. Ну, и обидно тоже. Идем, идем, идем. А что тут можно есть, кстати, в пещере? Только плоть гнилую от зомби. Кстати, мы могли сюда пойти. Дайте посмотреть, что там. О, все. Давайте я тут поставлю за как бы значок, что тут можно прийти сюда в следующий раз. Сейчас я туда не пойду, у меня еды совсем нету. Сейчас возвращаемся домой. Вот сюда. Кстати, как-то быстро я сейчас прошел все это, то, что я там копал. Ну, вот сами посмотрите, вот сколько от алмазной кирки осталось. Сколько я там копал. Ладно, сейчас домой вернемся, новую скрафтим, наверное. А, можно же чинить, точно. Только есть ли смысл чинить, если можно скрафтить? Может, даже невыгодно чинить? Ладно, посмотрим. Итак, мы вернулись, наконец-то. Ох. Давайте поспим. Наступило утро. Так, что мы будем делать со всем этим барахлом? Я сжигать это явно не буду. Так, давай коптильня.
Понятно. Коптильня нерабочая. Давай половину сюда. Вот так. Это сюда. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Алмазы сюда. Уголь сюда. Ступеньки сюда. А, давай. Как же тут много всего. Сюда же сундук не помещается. Давайте посмотрим. Смотрите, вот три кирки, и он не полностью чинится. Три кирки, говорю. Три алмаза, и не полностью чинится. Ну, значит, нам определенно выгодно просто тупо скрафтить еще одну алмазную кирку. Вот так. Ну, определенно надо вот сюда ставить алмазы. Тут все пока переплавляется. Кстати, да, я знаю, что какая-то печка есть. Непростая, а какая-то навороченная, так сказать. У нас дерева совсем нет. Давайте дерево добудем. Дерево, а то у нас мало очень. И да, я уже привык к новым текстурам. Помните, как я плохо о них отзывался? На самом деле, довольно быстро я привык. Ну да, мне нравятся они, в принципе. Старые, конечно, ностальгичные, но эти приятные для глаза. Ну а старые просто красивые. Ну и привык любой майнкрафтер к ним. Нам нужна еда. Да. О-о-о! Нифига! Так. Сейчас мы тут все сделаем как надо. Вот так. Только не надо в море. Сейчас спрут съест еще все. Надеюсь, они не кушают на самом деле. Чуть не задохнулся. Еще раз сейчас сделаем так же абсолютно. Все-таки хорошо, что я придумал, что оно само будет собираться. Водичку, пожалуйста, сюда. И давай разливайся. Стой, ты куда? Еда, не уходи. Еда моя. А рыбки кушают ее, интересно мне. Итак. Куда вылить воду? Все, вылили. Хорошо, что этот... когда вот так делаешь, тут не надо заново все спахивать. Все остается... Ну, если не наступаешь, конечно же, как я это делаю. Абсолютно все посадили, и у нас осталась куча семян. Что с ними делать? Еще можно посадить дальше, да? Хорошая идея. А теперь дайте мне, пожалуйста, покушать. И вот так, все. 10 хлебов мы оставим для наших... кожаных. А кожаные у нас это кто? Правильно, это у нас эти коровы. Все, наконец-то. Угу! Можно бегать. Только что-то хлеба маловато. Ну или я зажратый просто. Ну чё, вы серьезно? А, нет, я уж думал, я оставил там все эти семена. Пшеницы. Ну, не семена, а, ну, вы поняли. Так. А еще есть корова? На. Нифига ты прожорливая.
коровушка маленькая, но прожорливая. Так, а теперь вам, да, я еще хотел. Идите сюда. Куры, куры. Ни хрена там баран траву сожрал. Иди сюда, кура вторая. По идее, для них можно загончик построить. Мне лень пока что. На, жри. Еще что ли? А давайте прямо сейчас построим, что такого. Загончик для куриц, да? Ага. Как делать забор? Куры, идите сюда. Куры. 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 Давайте. Там еще кура. Баран меня пугает. Честно говоря. Да-да-да, сюда-сюда-сюда. Цып-цып-цып. Блин, надо было построить сначала. Вот я дурень. Вот так. Куры, заходите. Заходите, куры, сюда. Сюда-сюда-сюда. Все. Теперь это куру. Так. Вы не выходите, пожалуйста. А вы заходите. Вот, спасибо. А, кто еще хочет? Все. Да, я то, что хотел, то и сделал. Вот, все. В принципе. А, кирку новую мы скрафтили, алмазную, или кирку, как правильно. Поправите меня в комментариях. Спасибо, да. А, я еще хотел вот новый сундук скрафтить. А то у нас уже переполнено все. Да-да-да, вот так. Сначала поспим, давайте. Надеюсь, все это хорошо и прекрасно записалось. Надеюсь. Но это будет ли так? Фиг знает. Итак, все я распределил более-менее. Я думаю, так сойдет пока что. А, вот еще тут яйцо снесли. Вот бы яйца варить можно было. В принципе, логично, да? Блин, насколько это логично, я только сейчас понял. Яйца варить. А, давайте мы в загон еще и коров. А, ну, раз вы не хотите, придется одну из коров замочить. А, стой! Стой! Блин, не выпало. Только мясо. Мне нужна кожа. Опа, курица уже выросла одна. Только что была маленькая, уже стала большой. Сейчас проблема какая? Я ночью пропускаю, из-за этого мне костей совсем нету. Так, вот красивенько сделал домик, да? Немножко добавил объем. Так, покрасивее. И я думаю, на этом стоит нам закончить это видео. За это видео я сделал довольно-таки много, я считаю так. Но делал это очень долго. И вот таких вот я не люблю. Поэтому их сейчас я убью. Что такое? Ладно. Спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ну а с вами был Супер Рим. И всем goodbye!